Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую и поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Да, этот год был для нас достаточно веселым, много чего интересного произошло как в моей жизни, так и в жизни нашего канала. В общем, всякое разное, всякое красивое. Давайте в этом году подведем небольшие итоги, что произошло, задумаем, что мы планируем сделать в следующем году. Ну и всякое подобное. Итак, за этот год у нас неожиданный прирост почти на 10 тысяч подписчиков мы набрали за весь этот год. Ребята, всем большое спасибо, то, что вы продолжаете подписываться на наш канал, продолжаете приходить на прямые трансляции, смотрите видео. Да, видео сейчас в последний момент стало немножечко поменьше, и плюс контент, качество немножечко подупало, но не волнуйтесь, я буду стараться все-таки как-то не забывать и про этот формат видео, чтобы не только на стримах выезжать. Не забывайте то, что существует не только Eden, но и другие игры. Да, еще не забываю, конечно же, тех ребят, которые смотрят DBD Mobile, ждут то, что Аркадий когда-нибудь вновь вернется в Vainglory, но нет, он никогда туда не вернется. Те ребята, которые ждут другие игры, сюжетные игры, те, которые ждут запуск Wild Rift, которую я тоже жду. Ребята, всем вам спасибо. Продолжаем. 10 тысяч — это очень классно. Уже скоро будем праздновать 25 тысяч. Ну, наверное, это будет не скоро, но мало ли. Вдруг когда-нибудь такой праздник на нашей улице тоже появится. А дальше. Я стал папой в этом году, да. Замечательного сына Мити, который сейчас он спит на балконе. Поэтому некоторое количество обязанностей прибавилось. До сих пор пока с этим не смирился. Тяжело. Но, я думаю, все будет у нас нормально. Появилось две новых работы. Тоже как раз таки в феврале и вот недавно появилось, то есть мой класс как работника тоже растет, и, кстати, растут заработки, поэтому развиваемся, стараемся читать, конечно, не особо много чего полезной литературы, но стараемся все-таки не стоять на месте, а продвигаться дальше. Теперь, наверное, стоит вспомнить о некоторых людях, о которых особо хочется поблагодарить за то, что до сих пор остаются вместе с нами. Только, пожалуйста, не обижаться, если я вдруг про кого-то не скажу. У меня память такая очень короткая, я помню только самых ярких. Начнем, наверное, пожалуй. Сначала со старичков, которые прям совсем-совсем давно. Аниманочка, Алекс, Ульян и Шуршун. Это четверо ребят, которые, ну, Ульяна и Аниманочка редко, Шура постоянно, Алекс периодически появляются на нашем канале. Эти ребята со мной еще со времен Vainglory. Ребят, большое спасибо, то, что вы все равно приходите периодически, поддерживаете финансово. Аниманочка, вон вообще спонсорку даже не отключает постоянно и приходит раз в месяц, дай боже. Поэтому, ребят, вам отдельное спасибо, то, что вы с нами. А дальше идут ребята, благодаря которым мы играем в Эден. Это Лима, это Катрина, это Фурия. Там есть еще и Плав, Жопка. Там есть еще Анжела, Марс. Много очень ребят. Но вот основные все-таки это Лима, это Катрин и это Фурия. То есть это эти ребята, которые... Лима создает атмосферу, Катрин... прошу прощения, активно нас поддерживает, теперь является частью нашей тюленей семьи, тут же с нами постоянно общается Фурия, который тоже раньше с нами часто играл, но сейчас занят в связи с учебой и с работой, но, ребят, вам тоже отдельное-отдельное спасибо. Анжела, Плав, все остальные, Веник, да, про Веник я забыл, Веник, жду Изеру, тогда поднимешься на ступенечку повыше. Ребят, вас очень много, те, которые смотрят Эден, те, которые приходят постоянно на стримы, те, которые постоянно просятся в каточку, кого-то беру, кого-то не беру, извините, память у меня очень короткая, и чаще всего получается то, что я беру одних и тех же, ну, не обижайтесь, пожалуйста, не со зла. Вот, и давайте, что еще, в принципе, всех я вроде бы как вспомнил, и в конце, наверное, скажу, какие у меня планы на 2020 год по поводу своего Ютуба, по поводу Твича и других стримов.
В связи с тем, то, что количество стримов резко упало, возможно, количество стримов по Эдену уменьшится до одного стрима в неделю. Потому что мы не успеваем брать другие игры. Это не точно, но все будет зависеть от вашей активности. Если вы будете все так же активно вести себя на стримах, то количество стримов останется то же самое. Если количество активности упадет, то придется уменьшить. Чтобы подвинуть, чтобы можно было засовывать и другие игры тоже. DBD Mobile, надеюсь, когда она выйдет, тогда стримы будут идти на постоянной основе. Пока игра не вышла, она будет по случайным дням. Ну, обычно по вторникам она у нас идет. Wild Rift выйдет, дай боже, в конце года, поэтому местечко мы ему забронируем, но хотелось бы ему посвятить побольше времени. И, ну и, само собой, сюжетные игры, будем тоже играть в них по мере выхода. У нас осталось Star Wars пройти, Два Брата, и, в принципе, вроде бы как у нас список прохождений закончится. Поэтому я буду открыт для ваших игр, если кто-то вдруг захочет заказать прохождение какой-то игры. Там у нас Last of Us 2 выходит, там у нас скоро выйдет вторая часть Horizon, поэтому поиграть будет во что. Ну вот, в принципе, и все. Ребят, то есть не забывайте, весь контент канала зависит именно от вашей обратной связи. Если вас меньше приходит на стримы, то есть сейчас вот даже кое-как 100 человек собираем на стримах, но это говорит о том, что все, просто Иден вам надоел, либо надоел то, как я его стримлю. Пишите ваши идеи, как можно разнообразить стримы, я постараюсь их принять к сведению, но не факт, что это получится делать. Ну ладно, давайте тогда закончим на торжественной ноте. Ребят, поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Пусть этот год будет не такой, как этим, надеюсь. Пусть он будет гораздо лучше, гораздо светлее, гораздо приятнее для вас. Много не пейте, пить много вредно. Много не курите, курить тоже вредно. Выпейте колы. Хотя сейчас прилетит тапок за то, что кола тоже вредный напиток. Ну, лучше колы, чем алкоголя. От колы, от ходника, по крайней мере, такого нет. Любите родителей, любите своих друзей, любите своих подруг, друзей. Ну, в зависимости от того, какого вы пола. Только не одинаковых, пожалуйста. У нас нет пропаганды однополых связей на наших стримах. Да, Шура? Ну, вот, в принципе, и все. Еще раз всем большое спасибо. До новых встреч. С вами на связи был Аркадий и Толкинвейд. С Новым годом. Пока-пока.